Путешествия с доктором Карлом. Здравствуйте, я доктор Карл, это моя первая передача под названием «Путешествие вместе с доктором Карлом». После того, как я путешествовал приблизительно в 100 странах на 6 континентах и изучил десяток языков, настало время вести передачу о путешествии одновременно на нескольких языках. Не будет неуместным, что первый эпизод будет здесь, в городе Тбилиси, в городе, где я живу уже 10 лет и являюсь профессором английского языка и политических наук в двух различных университетах. Я живу здесь, потому что моя собрука грузинка, и я являюсь гордым гражданином Грузии. К тому же я гражданин США, Швеции и Евросоюза. Где, откуда я начинаю, это не Тбилиси, а город Мецхета. Мецхета была бывшей, древнейшей столицей Грузии и расположена в западном направлении от Тбилиси. Как видите, здесь есть несколько стендов, где подаются традиционные грузинские продукты. Из них нужно отметить чурчелу, которая изготовляется из размельченных орехов. Потом ее опускают в виноградной потоки. Ее называют грузинским сникерсом. Думаю, и я куплю немного. Святый Цеховрий был построен в 11 веке, и там захоронены 10 грузинских царей. К сожалению, я не могу войти в церковь в шортах и с головным убором. Лучшее место в городе Тбилиси для начала тура – Старый город. Здесь мы сталкиваемся с красивой традиционной грузинской архитектурой. Этот тип архитектуры распространен в других городах Грузии. К сожалению, здание, построенное в последние годы в Грузии, имеет современный дизайн. Каково является зеленая грива, где выполняются административные дела, например, передача паспорта? Хотя для чистосердечия здесь все очень эффектно. Статуя Матери Картли. В одной руке она держит чашку вина для друзей Грузии, а в другой меч для врагов Грузии. Зайти на гору возможно посредством канатной дороги. Тбилиси также располагает и другим фуникулором, расположенным на другой горе. Большое здание на расстоянии собор Самба или Троицкий по-русски. Это новое здание строительства, которое началось после установления независимости Грузии. Православная религия имеет большое значение для Грузии. Последнее, что можно отметить, это купола. Здесь расположены средние бани. Наша конечная остановка проспект Руставели, которая
Явленция самой значительной улицы в городе Тбилиси. На этой улице расположены самые важные музеи города. На этой улице находится здание старого парламента Грузии. Законодательный орган был перемещен в город Кутаиси, который находится в 3-4 часах езды на машине от города Тбилиси. В конце улицы находится площадь Свободы. Во время Советского Союза площадь была известна тем, что называлась площадью Ленина, где находился памятник Ленину. Поскольку сегодня Грузия является свободным государством, в центре площади был установлен памятник Святому Георгию, убившему дракона. Святой Георгий является покровителем Грузии, а имя нашей страны связано с его именем, а его крест изображен на флаге страны. Также на этой площади располагается здание старого муниципалитета города, которое в данный момент переделан в торговый центр. После всего этого вам нужно съесть обед. Первое, что вы встретите в грузинском меню, это алфавит. Это алфавит уникален для Грузии, хотя исторически он использовался для создания языков меньшинств народов, проживающих в Грузии, абхазского и осетского языков. Есть три варианта грузинского алфавита. Алфавит, который используется сегодня 800 лет. Грузинская кухня является очень знаменитой и известной в мире. Один из известных грузинских блюд – это хинкали, который изготавливается из мяса говядины и свиньи, которого помещают в однообразном мешке из теста. Хочу отметить, что никто так хорошо не готовит хинкали, как моя супруга и моя тостья. Еще одна известная и популярная блюдо в Грузии – шашлик, приготовленное из свиньи и обжаренное на ложах. Вы также можете попробовать шашлик в городе, хотя шашлик лучше в сельской местности, и никто не жарит это лучше, чем мой звят. Еще одна традиционная грузинская блюдо – это хачапури, которого по-другому называют грузинской пиццей. Грузины имеют также уникальный хлеб под названием шоти, который выпекается в таких печах. И, конечно, Грузия знаменита во всем мире своими винами. Также следует отметить минеральную воду Борджоми. В Грузии старинная традиция супра, согласно которой столом руководит один человек, которого называют тамада, обязанностью которого является вести стол и произнести традиционные тости. Часто это происходит в таких исключительных случаях, каковыми являются, например, день рождения, свобода, крестини. Which is why я пригласил мою семью, родственников и друзей. Галмачос! And remember, there's a whole world out there just waiting to be explored. So don't just sit there, go somewhere!